Доброе утро. Сегодня у нас суббота. 20 какое-то октября. Скорее всего, 23. Я не очень помню. Я малость контужен, я очень боюсь забыть, что зачем по порядку. Так. Собачка. Так. Вчера нас, я возился с крышей, делал ее. Так, сейчас у меня будет рыбная ловля, а потом у Маши. Фанечка ждет, пока я ее покормлю. Но они все у меня накормленные. Хулиганяша она. Вон, видите, как несется, с какой скоростью. За рыбой. Да, Маш? Рыбка. Рыбка пришла. Мама Маши вчера рыбку купила. Мы обнаружили еще один магазин, где рыба просто тупо дешевле. Так, сейчас, Маша, сейчас, да что ты? Вот так. Так победим. Видите, она, как истинная камчатская медведица, сразу же уходит подальше на берег, чтобы рыба у нее не вырвалась и не убежала. Вот. Ладно. У нас есть новости. Вот. Мы пока что боимся их говорить. Это не связано с землей. Но они такие очень для нас волнительные новости. Вот их, Фанчик. Сейчас я тебе принесу. О, что ты орешь, мерзавец? Этот вот хмырь, он не хочет общаться, но если, когда ему нужна еда, он начинает и истерично, и истошно орать, как резанный. Ну что, как же, его забыли. Так. Соха, ты все съела? Все съела? Да ты моя лапочка. Ну, естественно, все съела, конечно. Ладно, вот это надо убрать. Потому что девочка у меня хорошая. Она может в легкую забраться. Найди. Найди, скажи. Бананы. Машина по исчезновению бананов. Вот она, в действии. Там спрашивали, кто это. Забыли. Это Буся. Южноамериканский енот на сухо. Коати. Так. Вот тут начал делать утепление. Но надо это утепление сделать чуть-чуть по-другому. Что ты? Жуй. А уже все прожевал. Уже жевать нечего. Так. Новости очень такие, такого очень положительные. Кто вот это вот стащил? Так, Айк ушел сюда. Вот. Я не буду озвучивать, пока у нас это не состоится, не срастется, не произойдет. Я сейчас встану на паузу. Мне нужно достать цыплят. Для этого нужны две руки. У шамана три руки. Как поет группа Пикник.
цыплята достаны. И мы затапливаем печку, для чтобы у вышеньки было тепло. Вот что-то мне не нравится, что очень много дыма сюда идет. Надо произвести ревизию. Трубы. Наскай. Пусть очень любит хлеб. Так. Идем с вами дальше. Вчера из-за того, что у нас эти событийные события происходят, мы вчера не всех покормили. Видите, не лосиха, а чудовище какое-то. Купил себе чуть-чуть пожевать чипс. Угу. Пожевал. Что-то с утра не завтракалось. Угу. Итак, возвращаясь к нашим, так сказать, ну вы понимаете, о чем я. Статусу земли у нас, да, Фёна, не предвидится, к сожалению. Вот там, скажем, будем очень надеяться, что у нас произойдет изменение по нашей оборудованности. Так, аисты пролили воду. Надо им окошко закрыть, да? Вот сейчас будет шухер. Вот все, да, все, ломанулись, блин. Жуткие животные. Здесь еще надо запенить вот это все удовольствие. Так, теперь в обратную сторону. При этом цыплят им подавай. Мы тут оставляем им шанс поохотиться, потому что здесь и крысы заходят сюда, и мыши забегают. Пускай охотятся. Так, Соха, что ты там делаешь? А, Сох, что, сейчас я тебе схожу веток нарублю. На соседней территории свежие побеги. И я их хожу, рублю. И они там им не нужны. Что ты там? Вот это мы еще. Раз уже у нас это воронятник, надо его сделать по-человечески. Крышу на зиму. Это все перебрать, убрать вот эту избы, которая тут не пойми как
приделано, сделать какой-то скат, уклон. Что ты там прыгаешь? Что это? Вот что? Так, это ворона простая каркает. Миша вчера тоже прилетал. Посидел вот здесь на осине над большими хищами. И улетел. Ушел. Вечно жующая. Сохонька. Так. Что ты, хантерюга? Ну а что вы? Что вы? Что вы? Вы уже кончики крылышек. О, видели? Вот это вот ми-ми-ми. В качестве вирусного видео выкладывать. Ми-ми-мишные енотики. Это вам не виноградик. Да? Да, Айка. Ты опять где-то репейник нашел, а? О, так. Ну, а ты, хмыреныш, иди сюда. Черноморжка. Ты эти прибрал уже, да? Я ему много. Покупаем крылышки. Кончики крыльев. Так, у этого уже нет. Так, и нутовидки подобрали. Все вот тут осталось чуть-чуть. Ну, нормально. Сильно мы их закармливать не будем. Потому что, видите, это как бы не добра и зла. Вот это вот размер янтовидной собаки. Я такой никогда не видел. Так. И совы. Совы в первую очередь, потому что вчера тоже не покормили. Был голодный день. Где-то моя Ярочка там. О, она моя красавица. Моя девочка. Ярусенька. Ярочка, ты моя девочка. Ты мое солнышко. Да, ты моя красавица. Это моя девочка. Так, курятину мы съели всю, да? Молодец. Листву разобрала сама. Мама ей мешок поставила. Листву. И девочка сама распределила, где ей надо, а где не надо. Да, моя радость? Что ты, моя солнце? Ты моя девочка. Ты моя красавица. Я тебя люблю, доченька. Так, пойдем сов кормить. Печка разгорелась. Надо дров подбросить. По понедельник у нас, скажем так, решается все по этому вопросу. Ну, вернее, не в сам понедельник, а в это примерно время. У нас, как только появится какая-то точная, стопроцентная информация, сообщим, что у нас приключилось ли у нас радостное событие, о котором так долго говорили большевики. Чуть-чуть хищей больших покормить.
курица. Это... Кира просто приведена. Что ты орешь? Что ты орешь? Что? На, иди. На, иди, цыплят. На, иди. Иди. Хватит на собак охотиться. Видите, сидит охотится на собак. Кто мимо бегает. Все эти вот эти вольеры задумывались как лисятники. У нас как раз было три лисы. Вот. А потом что-то как-то не срослось с лисятниками. Лисы позбежали. Да? Аскольдушка. Аскари. Филю вчера ограбили. Он довыпендривался. Он сидит же, шипит. Он только на меня шипеть, и на собак он может. А я ему положил вот сюда два куска мяса, и вороны у него стянули эти два куска мяса. Я им сказал, сиди голодный, как хочешь. Что такое? Что такое? Ой, посмотрите, 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 бедная лисичка некормленная. Ой, 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 не... Ни кровиночки, ни росиночки маковой не дали. Да? Вот это тот. Ой, 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 ой. Ой, ты мой. Так. Все, я пошел рубить для сохи ветки. Вам спасибо огромное, что смотрите. Извините, что не всегда получается выходить в эфир так, как хочется. Что ты курица? Курица, блин. Хотя, она тоже у меня курица была. В этом самом. В маленьком прудике. Молодая была. Что у тебя с копытом? Что такое? Ну? Дай посмотрю. Дай посмотрю. Дай посмотрю. Ну дай посмотрю. Ну дай посмотрю. Ну вот так. Поговорили. Все. Спасибо огромное вам за помощь. Спасибо огромное за теплые слова. Пойду еще Машу покормлю хлебом.